Cześć, witajcie, z tej strony DragonX.pl i to już jest mój drugi odcinek z serii Let's Play Metro 2033. W ostatnim odcinku przeszliśmy sobie prolog, a teraz zaczynamy już naszą, że tak powiem, przygodę. Пойдем, Артем, пойдем. Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошел. Я этого не боюсь. Да, Коля. Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. А что еще мы можем сделать? А теперь постараемся говорить голосней. Надеюсь, что давай послушаем Хантера. Ну, все, я не хочу читать. Сереженька. Сереженька, моего никто не видел. Сережа. Че? А ты такой цикерка? Привет, Артём. Мам, пойдём, Артём, пойдём. Что же делать теперь? Где ты раньше зареть? Не хотел тебя отпускать, но это же жёстко или нет? Посторонним нельзя! Врач, Пётр, не говорит. Лёху кто-нибудь видел? Лёху рыжего. Он ночью. А, извините, не узнал. В самом пекле оказался. Хоть бы он был жив. Проходите, товарищ сухой. Это опять черные были, да? Все под контролем. Ну, добро, не важно. Сколько, да? Ну, ладно, кай. Ну, их там выкосить. Как раненые? Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Черные убивают не сразу. Что вам другие? Но они словно разрывают нам мозг. Душу рвут. Люди сходят с ума. Что им сейчас стало? А, нет. Куда их-то болит? Там тоже, добра. А, нет. Не могу. Не могу. Добраться. Там? Как? Какого черта? Кто это может быть? Это Хантер. Все в порядке. Мутанты не стучатся. Давай, открывай чертовы ворота. Добро пожаловать на ВДНХ, Хан. О, не в 8 минут. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Саш. Здравствуй, Артём. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну-ка, да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих ваших мутантах. Артём, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что-то страшное. Черные, да? К черту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Черные. Тревога! Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Это они идут черт. Сверху. Убери. Только этого не хватало. Черт, тут же за стенкой наша больница. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Хан. Саныч, мы остаемся в этом зале. Вперед, пошли! Согласен. Артем, бери оружие. Здесь. Ну. Ну, это моя броня. Черт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. Вау,
Безнадежно! Нам их не остановить! Хантер не вернулся. Паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маме. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье вооружейное на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Вот стоц, перевертоться, бабушка, здорово! Вот стоц, перевертоться, кушай, это вот! He'll be trim caravan, get some equipment and the station armory. На разе возьмем это, что там с equipment. Ладно, чтобы нам не взять трохи от типа. Там себя не выцепить. Прекрасно. Как же меня достало все это, чего я терплю? А теперь давай нарисуем. Ну вот, этот мужчина, такой импозантный, оборачивается ко мне и говорит: девушка, если бы моя жена готовила так, как вы, я был бы самым счастливым человеком на земле. Невозможно просто. И люди грязные, врунные. Смотри-ка, кто-то. В ближайшем будущем на нашей станции состоится собрание по вопросу создания военного союза. Подари себе пищи с хорошего автомата, считай. Кто же у меня? Сравни свою куколку с моей волыной. Последняя работа Калашникова. Ручная. Хороший выбор. Наконец-то у тебя будет приличная пушка. Потратишься на бок. Ну, как хочешь. Акция! Купите ТТ, глушитель в подарок! Шутка, ТТ нету. Кого сменили? Опять нажгался. Продаем, давай, покупаем. Давай, скотина пьяная. Цветные карандаши и конфеты. Да? И карандаши, да? Можно? Да ничего, жалко. А только не забирайте. Хороший выход. Слушай, с мамой и не нужен. Сколько можно синячить? Клянусь, если ты не встанешь, я вернусь со сковородкой, и тебе хана. Привет, Артём. Можно я тебе твою книженцу закрою? Давай, ты. Уничтожает все живое лучше спирта и не оставляет похмелья. Просто огнем. Проваливай, Артём. Петя! Петя, это ты? Ну что, сам не сможешь открыть, что ли? Нет. Ах, ключи, что ли, потерял? Ну иди, ищи их теперь, ключи свои. Знаешь же, что я с постели встать не могу. Кто там? Никого нет дома! Все в порядке? Вали отсюда! Закрыто! Не видишь.
Expectations are our motives. So did you have fun? Твоя мамочка тебя не слышит там в аду, так что заткнись! Извини, Артём, тут пока закрыто. Только дозорные могут пройти. И кому от кого нужно было держаться подальше, я бы поспорил. Ну, просто не надо быть. Еще кто? Это ты, Артём? Слушай, дай поспать, а? А то мне скоро на дежурство. Кончай с этим, у меня дела поважнее есть. А вот здесь что мы себе? Эй, ты, иди-ка сюда, мил человек. Погутарим, Манюха. Не болтать, ясно? Иди, Артём, иди. Нечего тут ошиваться. Тюрьма для воров. А ты честный человек. Господи, ну за что это нам? Ну скажи, что с ним все будет хорошо. Костя, ну что ты знаешь? Ты чё, Артём? Ты чё, блин, в туннель с пустыми руками собрался? Дуй в оружие, ну и прибарахлись как следует. Привет, Артём. Так что у нас с этим новичком? Похоже, совсем зелёный ещё, да? Тут... Эй, Артём, а ты тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды. Поэтому называется «ублюдок».